Вот оно, главное здание выставки «Экспо-2017» – казахстанский павильон «Нур-Алем». Это единственное здание в мире, выполненное в виде законченной сферы. Говорят, что его видно даже с космоса. Его диаметр составляет 80 метров, а высота – 8 этажей. Хотя с виду кажется, что гораздо больше. Именно здесь расположены специальные зоны, где показаны виды основной энергии. Именно сейчас мы сюда и отправимся. Павильон «Нур-Алем» расположен в самом центре выставочного комплекса. Внутри он разделен на несколько частей. Зона раскрытия энергетического потенциала страны, где представлено 28 проектов концепции зеленой экономики, разработанные казахстанскими учеными, и знакомство с историей Казахстана. Будет показано 4 проекции, каждая из проекций, которая посвящена определенному ландшафту. Анимация составляет 5-6 минут, где вы можете ознакомиться с богатой историей нашей природы, а также с единством всего народа Республики Казахстан. Если первый этаж – это прошлое и настоящее Казахстана, то восьмой – это будущее. Именно здесь можно увидеть, какой будет столица через 30 лет. Здесь же для любителей экстрима на 100-метровой высоте установили стеклянный мост. Но пройти по нему решается не каждый турист. Шесть этажей сферы занимает музей энергии будущего, где представлены основные виды энергии и их возможности. Седьмой этаж – это энергия космоса, шестой – энергия солнца, пятый – энергия ветра, четвертый – это энергия биомассы. Каждый зал интересен по-своему. Любой этаж – это маленькое путешествие. В зале энергии космоса можно внезапно очутиться на Луне. На этаже энергии ветра можно на себе ощутить его мощь. На экспонаты можно не только смотреть. Некоторые из них можно трогать, проводить опыты и играть. К примеру, в зале энергии солнца установили электроавтотрек. Посетители могут заряжать машины при помощи зеркал и света и соревноваться. Но настоящей научной лабораторией можно считать павильон под названием «Зона лучших практик». Здесь представлены 24 лучших мировых проекта в сфере биоэнергетики из 13 стран. Отбирали их в несколько этапов и до самого открытия держали в секрете. Здесь представлена итальянская технология получения электричества из растений и французский гоночный электромобиль «Формулы И», и еще пару десятков интересных с точки зрения науки важных проектов. Это солнечная клиника, которая обеспечивает медицинские услуги в тех местах, где недоступных для электроэнергии. Например, сейчас они последний раз создали в Иордании, где сейчас находятся сирийские беженцы. Здесь, в этом аппаратуре, они энергию берут от солнца, как вы видите. Здесь у нас здесь находится солар-панель. А также здесь они могут делать мини-операции. Стоит сказать, что экскурсии по данным объектам выставочного комплекса «Экспо» занимают достаточно много времени. По словам организаторов, только для того, чтобы увидеть все экспонаты павильона «Нур-Алем», потребуется по меньшей мере 3 часа. Диара Ахмечен, Евгения Финько, РТН, Астана.